На обложку журнала. Объездить весь мир. Стать моделью Victoria's Secret. Да об этом мечтает каждая длинноногая девчонка. А вот какой путь должны проделать эти самые длинные ноги для того, чтобы стать подружкой Ди Каприо, ну или Криштиану Роналду? Сегодня узнаем. Существует наверняка какая-то мода на те же лица модели, да? Uh-huh. Есть ли какое-то сейчас движение, тенденция, какие там, раскосые глаза, высокие, маленькие, скулы? Скулы. Есть скулы, есть модель. Нет, серьезно? Скулы, нет модели, да. А вот кому живется легче на Руси, так скажем, модельным? В модельном бизнесе? Грудастым женщинам, простите. Или же плоскогрудым? Ну, дизайнеры все-таки выбирают девушек, у которых грудь меньше. Остались стандарты все-таки на фигуру? Или мы идем к тому, чтобы немножко все-таки расширяться во всех смыслах этого слова? Ой, вы знаете, многие, конечно, лукавят и говорят, дизайнеры, да нет, что вы, мы отошли от этих стандартов, нам совсем не нужны худые модели. Да, но только когда появляются кастинги на неделю моды, то говорят, мы не хотим видеть моделей ниже 177 сантиметров, чтобы были бедра более 90, а уж если будут бедра 88, и талия чтобы была, поэтому, чтобы они не говорили на камеру, все это... А знаете правда. Почему? Они же ткани экономят. Мне же надо, чтобы поменьше было. Я тоже так думаю, да. Кто будет на 44 шить? Кому мы нужны, а? Кому? А приходилось слышать, что, слушай, да у тебя такая... Ну, вы поняли. А, что иди-ка ты посиди на морковке. Ну, было такое, что, собственно, после обеда с тем же самым букером мы ходили, вот, и потом он измерял, говорил, да у тебя же талия 65 сантиметров. А какой у тебя рост? 1,70 м. Ну, в общем, талия плюс 4 сантиметра, рост не совсем, и все равно есть возможность прорваться. Конечно, шанс есть всегда. Очень важно трудолюбие и желание. Какая бы она прекрасная ни была, скулы, все-все-все, если она этого не хочет, мы ее не заставим, мы ее не научим, мы не сможем из нее сделать модели. Однозначно трудолюбие. Это для модели это, наверное, первое. Даже важнее скул, скорее всего. I love your style, baby.